Да. Продолжаем разбор юмфа, 83 традиционных форм Чуандун Басанши семьи У. Четвертая ши, четвертая форма Шаншоу Тиши. Поднять руку, форма с поднятием руки. Это при выполнении форм выглядит примерно так. Сюда. Так, отсюда. И седан бен. Раз. Два. Три. И следом идет байха лянш. Белый журавль расправляет крылья. Что это по применению может быть? Первое движение. Вот это. Отхват. Отсюда из седанбин, из косового поста. Отхват. Сбив. И затем это движение. Первая атака. Атака с возможной сразу контратакой. И выталкивание. Здесь работа идет основная правая рука, левая является опорной и дополнительной. То есть мы как будто стряхиваем. Стояли, заблокировали, увели удар. Или выталкивающее движение, атакующее, и паунс, выпустили. Еще раз. Еще раз. Это первое движение. И второе движение, которое при выполнении форм практически скрадено. Вот оно. Очень короткое движение. Затем идет наклон, захват. Это уже переход к байхо-лянши. Это движение по-русски выражается простыми словами, дать в лоб. Вот, а примерно это вот такое вот движение идет, идущее через противника ему в пятки. То есть вот такое как бы колесообразное движение. Я как будто прохожу, осаживаю его байхой, да, и выбиваю из-под него основу. Вот он. Вот такое движение.